К зданию Заволжского суда Твери спешат пожарные машины. По легенде, возгорание произошло в конвойной в результате неосторожного обращения с огнем. Не исключено, что умышленного. На место происшествия прибыли 9 спасателей. Задействована спецтехника 3-й пожарной части, в том числе и автолестница. Здание суда не новое и с точки зрения пожарной безопасности далеко не надежное. Оно представляет большую опасность, потому что перекрытия все деревянные здесь, и кровля, также шифер, и также по деревянной обрешетке. Эвакуироваться должны были все, кто находился в здании. Работники юстиции, судебные приставы и подсудимые. По легенде, в помещениях осталось 2 пострадавших. Головой везде осторожно, голову. Благодаря оперативной и слаженной работе судебных приставов и спасателей, условно пострадавших вывели, а точнее вынесли из здания в мгновение ока, в целом за 2,5 минуты. Совместное учение работников юстиции, сотрудников МЧС и полиции проводится ежегодно, дабы отработать практические навыки поведения в чрезвычайной ситуации. Тем более, что с опасностью ее возникновения в зданиях судов уже сталкивались. Несколько лет назад в здании Московского суда был оставлен электроприбор, и утром мы пришли осматривать, увидели дым. Вот, и приходилось, и тушить, и отключать электричество, все как положено. По легенде, пожар в здании Заволжского суда был потушен за 4,5 минуты. Действия участников учения специалисты оценили на 4 с плюсом. Главное, чтобы при возникновении реальной опасности все сработали только на